первый день нового года, 21-го. Новый год прошел. Каких-то там 2-3 минуты посидели под куранты. И то, наверное, даже не включали. Не, не включали. Просто посидели с женой, поздравили друг друга. И спать. Смотрите, какие шапки намело снежные. Вроде еще и снега не было. На улице сейчас минус 20. Особо народа нету. Плюс еще 1 января. Видите, варежка, ветер встречный дует. Лицо замерзает. Смотрите, кто-то прикололся. Собака лежит, отдыхает. А вот машина отдыхает. Жигули. Редкие машины проезжают. Людей, по-моему, еще никого не встретил. Уже стали люди появляться. Скорая работает. Новый дом на улице Партизанская. А это пересечение Барнаульской и Партизанской. Считается центром города, площадь ДКВЗ. Но я, если честно, удивлен. Обычно каждый год, вот сколько мы здесь живем, уже 26-й, 27-й год, минус 21, вот сейчас показывает. Здесь всегда ставили елку. Никто не отмечал здесь вчера. Тут обычно приходишь первого, и все завалено фейерверками, бутылками, банками. Ну вот такой Новый год нынешний, 21-й. Центральная улица, Октябрьская. Так, редкие автобусы, машинки ходят. Здесь маленькие магазинчики. Кондитерская сеть, наверное, работает. Все помойки в основном вот такого вида, 1 числа. Вот еще одна помойка, но это более-менее. Наверное, собаки растащили. По первому этажу понастроили магазинчиков встроенных. А вот на той стороне кинотеатр «Формула». Ну вот смотрите, машины собрались, люди ходят в кинотеатр, нравится людям. Я, конечно, удивляюсь, когда дома есть интернет, есть телевизор. Для чего кинотеатр? Благоустройство общественной территории. Сквер Октябрьский. Трудом, конечно, это все напоминает сквер. Особенно, когда он заметенный вот так. Сквер. Уж извиняют пусть меня городские власти. Но это похоже больше на снежную пустыню. С какими-то кубами. Деревянными. Но здесь в этих кубах разные животные. Посмотрим, что на следующий год будет с ними. Вот это лестница, которая ведет вниз к реке, а река называется Чесноковка. Вот смотрю, в этом году обустроили здесь перила хотя бы. Ну и даже почищено. Молодцы. Давно здесь не был. Надо же, сделали такие перила. Вот сама река. Замерзшая. Ну а эта дорога идет на стройку, как бы где новая часть города. Ну вот я попал в район стройки, прошел где-то пару километров. Ну вот смотрите, здесь народу немного побольше. Центр, так называемый. Белые елки, интересные, конечно. Внимание, объект под напряжением. Обязательно изделие запрещено. В прошлые годы как-то побольше фигурок было. В этом году скудновато. Две стены, какие-то снеговики непонятные и бык. Ну и две горки. В прошлые годы побольше, под 5 горок было.
Ну, собственно, и все. Что можно еще показать в нашем городе? Даже не знаю. Это бывший ДК железнодорожников. Сейчас, наверное, городским властям принадлежит. А вот этот дом по часам я строил, как прораб. Принимал участие, во всяком случае. Во дворах больших домов вот такие парковки. Ну, потому что мест других нету. Ну вот я иду по другому мосту, через речку Чесноковку. Всего в городе их два. Пацаны играются, дрифтуют. Видите, какие бутылки. Прошелся я по городу. Чему было посвящено это путешествие? А так, ничему. Засиделся дома. Думаю, пройду, посмотрю, чем городские улицы дышат. И все такое. Ну, немножко, конечно, был удивлен, что нету елки на ВЗ. Кто в Новокайске живет, меня поймут. Там елка была всегда. Вот. Что еще? Парк, так называемый Октябрьский. Дорожки так проскребли, и то не везде. Люди, может быть, отсыпаются от Нового года. Может быть, не хочется выходить, потому что минус 21 на улице, я вам показывал. Еще раз всех с наступившим Новым годом. Счастья, удачи. Лариса меня дома ждет. Значит, думаю, сейчас чайку с ней попьем. А вот я и дома. Лариса меня, как я и предполагал, встречает с хлебом, с солью. Всем пока, до новых встреч в этом году. Надеюсь, что мы с вами будем год. Будет много интересного. Смотрите наш канал. Салат. Просто супер. Ну а вот и блюдо дня. Видите, пельмешки. Опа, еще прилетели откуда-то с неба. Сыпется еда, представляете? Хреновина тоже тут. Люблю так помакать пельмешки. Очень вкусно. Ой, еще присыпалось. Нифига себе.